день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами серебро от компании Капли Джеллери. Серебро с натуральными камнями, серебро родированное, натуральные камни, топазы, гранаты, ну и все остальные тут, плюс фианиты. Очень хорошее украшение, уже было у нас видео, все качественно, хорошо сделано, все прям идеальненько. Я вам сейчас покажу подробно. Показывать буду комплектами, но мы все, в принципе, распариваем. Я и цены буду говорить вам отдельно, чтобы вы все увидели. Еще раз, серебро все родированное, но достаточно такое все светленькое, темнеть не будет. И натуральные камушки. Бирочки вот такие, если кто еще не видел, пропустил предыдущее видео. Это у нас питерское серебро. Начнем мы с комплекта с гранатом. Серьги артикул. Сейчас, секунду, у меня бирочка. S0341. Цена у них 3350. Здесь вот такой листочек, в котором очень хорошо лежит гранатик. Сзади за камушком отверстие, чтобы свет проходил. Пробы все. Вот они сзади на замочках, тут видно. Очень хорошо занижены замки. И плюсом они на любую мочку, здесь места вполне достаточно. По каратности здесь два круглых граната 6 мм на 2 карата. Средний вес серег около 5 граммов. Колечко под них. Артикул К0341. Цена 1950, 17 размер, один здесь гранат как раз на 1 карат. Тоже видите отверстие, чтобы свет проходил. Пробы в колечках, ищем внутри. И такой же комплект есть с аметистом. Совсем нежный, светленький аметист. Серьги артикул S-0341, цена 2740, 2 круглых аметиста на 1,54 карата. Эти серьги полегче, здесь где-то 3,61 вес, заниженные замочки. И опять же, смотрите, сколько места на любую мочку. Очень нежные светленькие аметисты, тоже вот в таком листочке. Так, колечко здесь побольше размером. Артикул К-0341, размер 17,5, один аметист 6 на 6 миллиметров на 0,77 карата, цена 1850. Вот такая красота. Следующий комплектик у нас с топазом, я его уже показывала в прошлом видео. Сразу его и забрали. Вот у нас и еще один приехал. Здесь очень красивая граночка багетом у топаза. В комплект можно подобрать и подвеску, и кольцо, и серьги, если вам нужно сразу три предмета. Давайте мы с серег начнем. Артикул S-2076. Цена у них 4220. Небольшие маленькие серьги. Они очень удачно садятся на ушки. Не перевешивают, видите, замочки на любую мочку, даже на толстенькую. Единственное, что они не занижены. Высоко посажены топазы, и они не закрыты. Видите, свет, чтобы все-все со всех сторон. Вокруг небольшие фианиты. Так, по весу. Серьги на 4,31 грамма, 2 топаза. Почти 6 карат. Подвесочка. Смотрите, тоже какой топазик. Дужка достаточно широкая. И под шнурочек, и под круглую, и под плоскую цепь. Артикул P-2076. Цена 2150. Один топаз, почти 3 карата. 2,95 здесь. Так, и колечко. Смотрите, как высоко все посажено, хорошо смотрится. К
Колечко артикул катеры 2076. Цена 2680. Размерчик здесь 18,5. И есть еще маленький. Есть еще 17 размер. Тоже топаза на 2,95 карата. Так, следующая у нас дорожка идет с раух топазами. Классическая модель. В центре раух топаз покрупнее. Остальные чуть-чуточку помельче идут. Цвет очень красивый. Он не сильно светлый и не сильно темный. Вот такие сережечки. Артикул S-2029. Цена у них 3200. Так, общая каратность здесь на 4,9 карата, почти 5 карат. Очень хорошо занижены замки. И опять же, смотрите, на любую мочку. И дырочку закроют, и по полноте любая мочка здесь вполне поместится. Сейчас поближе, немножко фокус теряется. Что такое? Вот. Очень красиво. Видите, и на просвет они не сильно светлые, не сильно темные. А то бывают прям очень, прям еле-еле цвет или наоборот сильно зачерненные. Понятно, что природные, но вот здесь подобрали прям очень хорошо. Артикул К-2029. Кольцо. Цена 1940. Размерчик 18. Каратность здесь 2,45. Все 5 камушков вместе. Опять же, видите, высокая посадка. Это очень важно, чтобы свет со всех сторон. Следующий комплектик еще с гранатом. Очень нежненький. Можно прям для юных девушек, можно и постарше. И вообще, девочки, нам очень полезно носить, ну, все уже знают, да, гранат девушкам, женщинам для очищения крови. Серьги. Артикул S-0135, цена 3530. Здесь 6 гранатов маркиз на 3,9 карата. Замочки прям чуть-чуть занижены, чтобы дырочку закрыть. И опять смотрите, какой хороший замок на любую мочку. По 3 гранатика, ничего лишнего. Очень красивый цвет, сочный. Опять смотрите, и не темный. И не сильно светлые, очень хорошие камни на этой фирме, поэтому, собственно, и заказываем. И огранки хорошие, сами изделия великолепно выполнены. Колечко артикул К-0135, цена 200, размерчик 18. 3 граната маркиз на 1,95 карата. Давайте так. Следующий комплект у нас с черным опалом. На самом деле он ближе вот такой глубоко синий-черный и немножко еще с золотым отблеском. Плюсом здесь фианиты. Тоже в предыдущем видео у нас опалы были шикарные. Тоже сразу забрали. Очень редко, когда попадаются. Вот в этот раз пришло всего 2 комплекта. Вот этот синий и желтенький сейчас будет. Артикул серег S-2020, цена 7180, вес 3,71, 2 опала на 3, ну тут с хвостиком 3,02 карата. Очень удачные серьги тоже, смотрите, даже здесь серьги небольшие, умудрились занизить замочек и тоже сделали широкий, чтобы на любую мочку. Видно, как золотым отливает, очень красиво. Тут и золотой, и зелененький. Я надеюсь, видео переливы получится. Вот такие серьги у нас. Так, и к ним колечко. Артикул К-2020, размерчик 18, цена 4,350. Каратность 1,51. Плюс 2 фианита. Очень красиво. Смотрите, камушки все тоже высоко. Сделано все идеально. Так, ну и желтенький, как обещала. Ай, главное снять потом. Он поменьше размером. Желтенький тут вообще просто сказка. С
Смотрите, какая красота. Желтый эфиопский опал. Видно, как в нем тоже все переливается. Артикул Серег. S-2020. Цена 6130. Здесь на 3,02 карата опалы. Замочки все то же самое. Смотрите, и занижение, и достаточно они широкие. Сейчас попробую поближе вам опалы. Вот, смотрите, какая красота природная. И колечко. Так. Какой размерчик сегодня влезла? Размер 17,5. Артикул К-2020. Цена 3,830. Один опал на 1,51 карата плюсом 2 фианита. Тоже смотрите, как все переливается. Так, для любительниц жемчуга вот такой можем собрать комплектик. Он изначально идет без кольца, подвеска и серьги. Ну, очень многие кольца вообще не носят, поэтому вполне может существовать этот комплектик и без колечка. Натуральный жемчуг здесь. Артикул серег S-0204, цена 4,270. Две жемчужинки 8 на 8,5 миллиметров они. Эта часть у нас идет подвижная. Очень хорошо, смотрите, опять занижены замки. Прям очень нравятся замки на этой фирме. Все прям просчитано. И на любую мочку. Нежная дорожка с фианитов. И вот такие восьмерочки с жемчужинками. Сзади жемчужинки, смотрите, тоже хорошо сделано. Закрыто, чтобы не соприкасались с кожей. Чтобы минимизировать воздействие на жемчуг. Вот такая вот у нас пара серег. Плюсом здесь подвеска бегунок, если хотите в комплект. На шнурочек, на тонкую цепочку. Вот такая. Так, подвесочка у нас артикул P-0204. Цена 2100. Одна жемчужинка 8 миллиметров. Ну и фианиты. Далее, топазы. Обожаю топазы от этой фирмы. Они прям цвета такого невероятного. И огранки очень хорошие. Смотрите, какая сказочка. Яркий комплект весенний. Серьги артикул S-0129. Цена 5,240. Топаз кушон 8 на 8 миллиметра на 5,26 карата. Это очень много. Крупные топазы. И опять, смотрите, потрясающий замок. И занижение, и на любую мочку. Топазики тут идут подвижные. Очень нежненькие. И смотрите, как высоко они все вставлены, чтобы свет со всех сторон. Вот такие топазовые капельки. Искрящиеся. Так, высокое кольцо. Фианиты и высокая посадка. Смотрите, топаз сам крупный. Артикул К-0129, цена 3060. Размер 17,5 на 2,63 карата идет топаз. Следующий комплект с зеленым аметистом. Потрясающей красоты. Нежный-нежный. Такой салатово-зеленый аметист и фианиты. Очень красивая оправа. Больше, конечно, в классику. Очень-очень прям на выход. Девочки, просто шикарные камни. Артикул S-0332, цена 4,820. Два зеленых овальных аметиста 10 на 8, где-то на 4,5 карата. Вес серег около 6 грамм. И опять замки, смотрите, и занижение, и на любую мочку. Замки крупные. Шикарные зеленые аметисты. Редко попадаются, тут прям все красиво. Красивую оправу для них подобрали.
количко. Артикул К-003-32. Цена 2740. Размерчик 19. Один аметист на 2,25 карата. Плюс фианиты. Бесчетно, так скажем. Так, зеленый агат у нас дальше. Зеленый агат. Моделька, как я говорю, под кольцо Хюррем. У нее, правда, было побольше с изумрудом. Вот. Но у нас нет такого потрясающего султана, который нам сделает колечко. Поэтому предлагаю вот такой комплектик от Капли Джевелери по мотивам сериала «Великолепный век» с шикарным зеленым агатом. Давайте мы как раз с подвесочки начнем. Натуральный зеленый агат, вокруг фианиты. Артикул Петере 2044, цена 1770. Хорошая дужка под любую цепочку, в принципе, не крупную, не сильно крупную. Один агат груша, 11 на 9 миллиметров на 2,8 карата. Крупный агат здесь. Колечко. Артикул Катеры 2044. Размер здесь 19,5. Хороший тоже размерчик. Цена 2,360. Один агат груша, 11 на 9 миллиметров на 2,8 карата. И, конечно же, серьги. Артикул S-2044, цена 3,490. Два агата на 5,6 карат. Смотрите, серьги небольшие, и тут занизили хорошо замочек, швензочку. Но здесь единственное на маленькую либо среднюю мочку, потому что действительно серьги хоть и крупные, но вот с занижением получилось, что замок немножечко уменьшили. И агат, смотрите, как вставлен. Даже сзади он со всех сторон будет на просвет. Пробую, вот они. Тут как раз вот хорошо все видно. Агаты тоже рекомендую от этой фирмы. Просто шикарные. Так, еще один комплект с подвеской. Сегодня у нас несколько будет комплектиков для тех, как раз, кто кольца не любит. Смотрите, опять какие нежные топазы. Практически не видно оправы. Они в лапках, кропанах. Такое ощущение, что у вас на ушках просто будут капельки. Ледяные такие капельки. И на шее прям тонюсенький сюда шнурочек снейк подобрать. И будет шикарно, незаметно. Либо леску, у кого есть, будет прям болтаться в воздухе. Как будто. Так, смотрим серьги. Сейчас я их поймаю. Артикул S-2074, цена 420, 2 топаза груша 12 на 8, крупные топазы на 6,6 карата. Смотрите, какие ярчайшие капельки. И опять высоко они посажены. Все будет на просвет. Замочки не занижены, но даже на полную мочку. Прям будут такие капельки в ушках прям. Нежно-нежно. Так, и подвеска. Смотрите, здесь вообще практически незаметно оправа, просто вот капелька. Подвесочка у нас P-2074, цена 2130. 3,3 карата топаза. Я говорю, сюда либо прям леску, либо самую тонкую цепочечку, которая у вас есть, либо у нас на витринке, посмотрите, всякие шнурочки, прям очень хорошо будет. Далее еще один комплект с зеленым аметистом. Тоже он идет с подвеской без кольца. И тоже здесь смотрите, как минимизировали оправу. Здесь идут овальные аметисты. Прям чуть-чуть лапки кропана держит. И небольшая прям фианитовая дорожка. Ну вот, чтобы подчеркнуть, наверное, что уже не совсем в воздухе висят эти аметисты. Серьги артикул S-0127, цена 5,670. Смотрим поближе. Смотрите, овальный аметист, сколько здесь? 14 на 10, очень крупный камень, на 10,6 каратов. Замочки на маленькую, либо среднюю мочку, не больше. Здесь
за счет того, что пытаются держать аметист, видите, они немножко удлинили оправу, и место здесь уже осталось чуть-чуточку поменьше на ушке. Камни шикарные, просто шик. Подвеска тоже по типу бегунка. Артикул Петера 0127, цена 2920. Аметист 14 на 10, 5,3 карата. Какие камни. Просто ж обалдеть можно. Так, еще подвеска с зеленым агатом. Плюс серьги. Вот такая получается красота. В принципе, кому подобрать колечки, девочки, нетрудно. У нас на витрине еще полно всяких-всяких колечек. Можно что-нибудь сюда еще из агатиков присмотреть. Агат фианиты. Артикул S-2052. Цена 3300. Два агата на 1,54 карата. Интересные сережечки. Моделька такая. Смотрите, занижены замки и на любую мочку. Так, и подвеска, подвесочка, тоже агат и фианиты, артикул P-2052, цена 1830, один агат на 0,77 карата, кругленький. Так, шикарный комплект, просто я в него влюбилась. Кольцо поцелуйчик с топазом и серьги скобы здесь. Просто шик в радировании. Очень-очень нежный цвет. Опять как капельки ледяные. Смотрите, какая красотища. Серьги. Очень высоко. Сейчас я сфокусирую. Получается серьга-скобочка, защелок здесь никаких замочков нет, они и так хорошо на ушке сидят. Очень высоко садили топазик. Видите, он весь-весь-весь. Сзади тоже не закрыт, чтобы свет со всех сторон проникал. Вот такая прелесть серьги. Шикарный артикул S-0344, цена 2710, два круглых топаза на 202 карата. Просто произведение искусства. Колечко, поцелуйчик, артикул K-0344, цена 2520, два топаза также на 202 карата. Размерчик 19, но здесь еще можно сделать чуть меньше, чуть больше. Оно не закреплено, можно немножечко себе подогнуть размерчик. Или наоборот, чуть-чуть увеличить. Так, следующий у нас еще зеленый агат. Очень уж хороши агаты. Прям все прям под изумруд. Если, кстати, и не говорить никому, что это агаты, я думаю, все будут вполне уверены, что это изумрудики у вас. Артикул серёг S-2068, цена 3,142 агата на 0,9 карата. Любимые замочки, крупные, на любую мочку, чуть занижены. И это у нас все подвижно. Фианитовая дорожка и вот такие овальчики. Колечко. Артикул K-2068, 17,5, цена 2080, один агат на 0,45 карата. Так, и заключительный комплект. У нас получается три предмета: серьги, подвеска, кольцо, если вам нужно все вместе. Тоже с зеленым агатом и фианитами. Вот как топазик был в самом начале. Такой же комплектик. Артикул серёг S-2076, цена 3,380. Два агата на 3,9 карата. Тоже, смотрите, высокая посадка камня. Замочки не занижены. Можно и на полную мочку. Вот
вот если не скажешь, что ага, да, типичные изумруды, достаточно такие мутненькие. Очень красивые. Так, подвеска у нас. Артикул P-2076, цена 1730. Здесь 1,95 карата агата, дужка крупная. Здесь на любую цепочку, в принципе, подойдет. Высоко сидит камушек. Так, колечки в двух размерах. Артикул K-2076, есть 18 и 19 размер, цена 2,270. Один агат на 1,95 карата. Так, на сегодня у нас все. Еще раз планшеточку смотрим. Как заказывать? Как всегда, все у нас на экране и внизу под видео все данные. Если еще что-то хотите посмотреть от этой фирмы Капля Джевелри, либо от другой, все на витринке. Добро пожаловать, всех ждем. Надеюсь, вам все понравилось. Напишите в комментариях, какой наборчик вам сегодня понравился больше всех. Все, спасибо, что смотрели, и пока-пока.